Араул тартаруга. Гигант среди пресноводных рептилий, южноамериканская речная черепаха. Яйцевидный панцирь крупных самок вырастает до метра длинный, весит щитоногие рептилии около 70 килограммов. Обитают араул, тартаруга в бассейнах Амазонки, Ориноко, Магдалена. Голубоватые черепахи семейства бокошейных большую часть дня проводят в воде. Миролюбивы, питаются растительной пищей и насекомыми, иногда разнообразят рацион птенцами и мелкими рыбками. Рептилии активны круглый год, живут большими группами. Их истребляют из-за вкусного мяса и ценных яиц, из них получают черепашье масло, перерабатывается до 40 миллионов яиц в год. Черепахи не имеют органов слуха, поэтому становятся легкой добычей хищников и охотников. Самки откладывают 75-120 яиц, но самое удивительное, что черепашата общаются между собой, еще находясь в яйцах. После появления на свет малыши продолжают издавать звуки, а самки ответными сигналами направляют молодь в сторону воды.